Компания «Темпер» – это отечественный производитель стальных шаровых кранов, расположенный в городе Курган. Организован полный цикл производства стальных шаровых кранов. Этот год для нас стал достаточно интересным, потому как на фоне сложных экономических условий очень пристальное внимание уделяется действительно отечественным производителям. И в этом плане завод «Темпер» как нельзя лучше вписывается в эту тенденцию, потому что вся продукция у нас изготавливается из сырья отечественного производства. 2015 год стал для нас годом развития. Во-первых, мы запустили новую линейку «Стальные шаровые краны под задвижку». Мы перевели завод на двухсменный режим работы, что увеличило производительность. Мы стали участниками Курганского арматурного кластера, партнерства «Российское теплоснабжение». Это объединение, которое помогает в продвижении отечественной продукции и помогает российским арматуростроителям быть более известными для потребителя. Курганский арматурный кластер при непосредственном участии губернатора Курганской области позволяет реализовать проекты, которые самостоятельно нет сил реализовать. И вот эта совместная работа, объединение арматурщиков и правительства через взаимодействие, через Курганский арматурный кластер позволяет реализовать задуманные проекты и дальше двигаться, развивая отрасль арматуростроения. Импортозамещение – важный вопрос, особенно сейчас. Вот в отрасли арматуростроения сложилась такая ситуация, что иностранные производители имеют широкое распространение в России и, имея высокую стоимость, могут закладывать высокие бюджеты на продвижение, на маркетинговое продвижение, на рекламу своей продукции, что ставит потребителей в такую ситуацию, когда у них нет возможности ознакомиться со всем предложением, присутствующим на рынке в России. И поэтому есть сложности у отечественных производителей именно в презентации, в продвижении своей продукции. Вот как раз, кстати, такое объединение, как Курганский арматурный кластер, позволяет снять барьеры, информационные барьеры между производителями и потребителями такой арматуры. Хочу отметить, что отечественная продукция не хуже, а во много, по некоторым параметрам даже лучше многих европейских аналогов. И этому может быть подтверждение того, что наше предприятие успешно прошло сертификацию по стандартам системы ГАЗ-СЕРТ, где каждый производитель анализируется не только продукция, но и полностью производство, что позволяет максимально эффективно определить степень надежности такого производителя. Получение сертификата ГАЗ-СЕРТ позволяет газораспределительным организациям применять продукцию «Темпер», понимая, что продукция и ее производство полностью соответствует высоким стандартам качества газораспределительного холдинга. Мои пожелания – доверять отечественным производителям, знать, что мы всегда рядом, всегда придем на помощь и никуда не денемся. Нам жить и работать в России, и мы готовы на все, чтобы обеспечить самые изыскательные требования наших потребителей.